Элизабет. Дорогая Шарлотта, ты ничуть не изменилась. Выглядишь счастливой, так и есть. Тут все по-моему. Даже леди Кэтрин, она совершенно очаровательна и любезна. Но, Элизабет, мистер Уикхэм женится на мисс Кинг. Не волнуйся на мой счет, Шарлотта. Я не только сердечно рада за мистера Уикхэма, но и непредвзято отношусь к мисс Кинг. Так что не так уж сильно я была влюблена, если и была. Но он корыстен. Шарлотта, где заканчивается благоразумие и начинается безрассудство, я не знаю. Знаю только, что мне притят молодые люди, и я рада быть с тобой. Добро пожаловать в наше скромное обиталище, кузина Элиза. А вы не изменились, мистер Коллинз. А какой смысл в изменениях, кузина Элиза? Та отдаленная группа деревьев состоит из 5 каштанов и 2 вязов. Нет, я ошибся. 3 вязов. Да, 3. А вон там, мисс Элиза, невдалеке, там 5 буков, и рядом с ними 3 вяза и 3 дуба с красной корой. Видишь, как он выглядит. Мистер Коллинз сам ухаживает за садом, это его увлечение. Оно дает здоровую нагрузку. Он его рекомендует своим прихожанам. И рада сообщить, что они следуют его примеру не только в этом вопросе. Но ни один из прекрасных видов на сад не может сравниться с панорамой Розингса, резиденцией леди Кэтрин де Бёр, нашей именитой патронессы и мисс де Бёр, ее дочери, единственной дочери. Да, дом хорошо расположен и возвышается на склоне. Более чем хорошо. Он идеально расположен. А то, что вы назвали склоном, на самом деле холм, мисс Элиза. Вы будете иметь честь видеть леди Кэтрин в церкви в воскресенье. И я не сомневаюсь, что вы сочтете ее восхитительной. Она, возможно, даже пригласит вас на чай. Она сама приветливость и доброта. Не так ли, Шарлотта? В самом деле.